вычиним их. Ну а тем временем пограничная служба Украины заявляет, что не позволила Виктору Януковичу покинуть страну. Сообщается, что он пытался вылететь на чартерном рейсе из Донецка без оформления документов. Куда Янукович собирался отправиться, осталось неизвестным. После того, как самолет все-таки не смог подняться в небо, украинский президент покинул аэропорт на бронированном автомобиле. Ну а несколькими часами ранее украинские пограничники сообщили, что не выпустили из страны экс-главу МВД Виталия Захарченко. По их словам, Захарченко также пытался улететь на чартере из того же Донецкого аэропорта. Когда министра остановили, он из аэропорта уехал, но на других пунктах пропуска через границу замечен не был. В субботу Виктор Янукович, рано утром исчезнувший из Киева, объявился в Харькове. Оттуда он заявил, что на Украине произошел государственный переворот. И, к слову, сообщил, что не собирается покидать страну. Говорит, ультиматумы. Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии. Все международные посредники, с которыми я работал, что они дают гарантии безопасности. Я посмотрю, как они будут выполнять эту роль. Ну а что же касается решения, которое в последние два дня приняла Верховная Рада, то Виктор Янукович назвал их все незаконными.